Свалка находится на пересечении улицы Графитной и Прибойной. Когда-то здесь стояли двухэтажные деревянные дома. В 2016 году их снесли, и на месте сноса начала постепенно образовываться несанкционированная свалка. На данный момент здесь скопилось более 1200 кубометров мусора, и мы планируем сегодня, если не вывести все, то хотя бы начать уборку вот этого вот беспредела. За прошедшую неделю две несанкционированные свалки ликвидированы, а всего с начала года 18. Но это самая большая свалка, она не один год, и по привычке, как говорится, к сожалению, значит, у нас в организации легкий путь еще захотели, свалили, да? И поэтому я обращаюсь к предприятиям, организациям, жителям, спасибо, они здесь тоже активную работу ведут о том, что все-таки не испытывать свою судьбу в плане того, чтобы, значит, есть определенные места, которые санкционированы, вывозить нужно мусор туда, куда положено.